Доброе утро. Спрашивала много советов, как шампунью голову мыть. Еще никакую не покупала, я никуда не ездила. Мыла голову чистой линией. Мне кажется, как будто не мыла. Вчера у нас баня была, голова какая-то. Ну, вроде как и не жирная, но все равно какая-то, как, не знаю. Надо, наверное, немножко другой брать. О, да, Арька. У нас завтрак, я хотела показать. Посмотрите, какие у нас яйца. Как кто-то такое яйцо снес. О, малюсенькое-прималюсенькое. Еще позавчера, наверное, Вася принес. Пап, сходишь, может, яйца куры нанесли? Может быть. Папа уже с утра съездил в поликлинику, взял направление. С сегодняшнего дня уже все на работу. Завтра Томе надо будет соскоб взять. И на 3 часа, ну, на 3:30 на прием. Если все нормально, конечно. Ну, вот купил тут хлеб, помидоры. И я готовлю завтрак. Дети еще даже не встают. Вставайте, дети! Где-то там балуются. А что вы... А почему Женя и Саша сегодня вдвоем спали? Потому что Саша страшно было. Она к тебе побежала. А потом я сказала, Саша, дико, мне со мной все время не страшно. И вы вдвоем спали? Да. Она меня грела. Сашеньке горлышко слабое. Вот 2 дня покаталась и уже кашляет. А ты полечилась? Все нормально у тебя? Ну, почти. Ну, почти. А что она притащилась? Я не знаю, что она притащила. Вставайте, давайте. Кровать заправляйте, кругом все бардак. Сейчас покажу, где еще одна звезда. Вставай! Лежит. Дима на работу ушел. Но Настя там тоже спит, не встает. Позвонила Лариса. Говорит, руку вывихнула. Собираем тут пакет. Вот она попросила, что ей привезти. Она даже не ожидала, что ее оставят на больничном до... Привет. В общем, до пятницы ее оставили. И вот она просит привезти. Сейчас Настя поедет, все купит. Вообще-то у нас почти все, что нужно, есть. Полотенчики положила ей. Носки у нас новые вон там есть. Зубные щетки, пасты, это все у нас есть. В общем, мыло там все положила. Ну, осталось там немножко продуктов купить. Она, конечно, продукты не просила, но мы уж сами. Вот ты как ездишь. Ты знаешь, ты поедешь? Ну, езжай. У нас у всех пунктик. Как домой заходим с улицы, хорошо, руки пекут, надо помыть их. Я не могу вообще. Угу. Это потому, что мы все время мойте руки, мойте руки, мойте руки. Так я иди поставлю, мой. Нам надо, знаешь, что надо купить? Это антисептики такие, чтобы еще на улице обрабатывать. Да, а то мы влажными салфетками вытираем, это не то. Чтобы в кармане лежал вот так вот. Я вообще в город в автобусе едешь, например, доезжаешь до магазина, потом... Угу. Подожди, дочь. Ну-ка расскажи, как там Лариса. Иди это, помешай мясо, чтобы оно не пригорело. В карман положим, мы в город ездим, чтобы было. А знаете, что девчонки подумала? Женя и Саша обувь найти не можем. Пойдемте тут шапки девчонкам купим у нас в Тюхтете. И обувь им купим. И надо еще проверить, я написала там в Вайбере у родителей нашего класса, что нужно докупить к школе. Рабочие папки их пополнить. И вам что надо. Никуда не поедем, тут походим. В Тюхтете тоже можно все купить. Все у нас есть почти. Только надо поискать, походить. Мешай. У меня сегодня гречка. Щи у нас еще целая есть. Да. Да я по-быстренькому решила приготовить гречку. Что? Почему? Шалариска говорит, на скорой вчера ехали, даже на скорой их занесло. А им, да, я... А у них это УАЗик, ну, он 4 колеса ведет, а у нас только 2 передних. А я забыла, я думала, я говорила на камеру, почему мы не поехали. Дядя Андрей же потом позвонил,
И вот он сказал, он говорит, даже не вздумайте ехать. Он на своей машине еле проехал. Сколько у него там солярки было, он все сжег. Там, говорит, во-первых, снег весь мягкий. Какой-то КамАЗ проехал, колею наделал. Он говорит, я вообще там еле проехал. И, ну, в общем, мы не поехали. Я не знаю, вот автобус был, не был, или, может, даже и не пошел, потому что температура как она, бы... Она, говорит, снег нападал, но порошил, и вот эта вот вся каша, все. Во-во-во-во. Ну, в общем, поэтому мы и не поехали. Я у нас там в сообществе оставляла видео, как мы ездили в прошлом году в марте. Ну, в марте поедем. Прям не без постельного же у нас там родные живут. Настя съездили к Ларисе, побыли у нее в палате. Я говорю, поснимали бы хоть немножко? Настя говорит, нет, там другие больные, и как не стали они снимать. Ну, нормально она, забинтована рука, да? Не забинтована, а у нее рука же такая какого-то непонятного цвета. Не показывай на себе. Ну, вывихнула сильно. Она говорит, я, говорит, только услышала звук, говорит, прям вот, она говорит, ну, на себе. Вот настолько аж кость. Ой-ой-ой, ну, не сломала ничего. Ну, и... А наркоз ей ставить нельзя вообще, ей все обкололи вокруг и вправляли вот так руку. Санька у нас когда сломала, ей прям в руку кололи, укол ставили. Ну, Лариса говорит, у нее Семен начал падать, и она полетела его спасать. И, в общем, как-то и ребенка, говорит, как там не уронила. Она говорит, типа, он сидел, начал вот так назад падать. Она была в другой комнате, полетела, короче, его спасать, за руку его успела схватить, и сама, короче, через него перелетела, и вот так на вытянутую руку упала. Ну вот. Ну, говорит, ничего, как бы на него не упало, ничего. Ой, ладно, буду готовить. Ну, в общем, руку не сломала, только вывихнула. Завтра ее уже выпишу. Я думала, может, сегодня выпишут, к нам бы придет, они сказали нет. Ну, я ей говорю, типа, это, говорю, что ты завтра? Она говорит, типа, я говорю, ну, позвонишь, говорю, мы тебя заберем, у нас побольше. Она говорит, ну, я позвоню завтра. Ну, конечно, что там, 3:30 уходит автобус, может, в 10 выпишут, кто его знает. Ну, вообще, поздно выпишут. Деревенских они стараются держать до автобуса прямо. И не выписали, потому что деревенские, куда ну, пойдет? Может, она скажет, что есть куда. И ну, может быть, да. Мы получили письмо от нашей подписчицы и зрительницы Лидии из Германии. Кто нас смотрит, конечно, знает ее. Лидия постоянно пишет нам комментарии. И вот открыточка с поздравлением. Прочитай, доченька. Здравствуйте, мои любимые. Василий, Тамара и ваши дочери. Настя, Алина, Дарина, Саша, Женя и Томочка. Пусть светлый новогодний праздник войдет в вашу жизнь, принесет с собой достаток, тепло семейного очага, здоровье и приятные сюрпризы, радостные встречи и улыбки. Желаю ежедневно находить повод для улыбки и всегда чувствовать себя влюбленными в жизнь. С новогодними пожеланиями, ваша подписчица Лидия Газ, Германия. Да, вот такая замечательная открытка. И еще мы получили письмо от Анастасии из Оренбурга. Угу. Мы получили еще перед Новым годом, знаете, положила, и думаю, сейчас откроем, и так и все никак. Вот тоже нам пришло вот такое письмо от Настеньки. Угу, какая красивая. Здравствуйте, Тамара, Василий, Настя, Алина, Дарина, Саша, Женя и Томочка. Меня зовут Анастасия, я смотрю вас совсем недавно, но полюбила как своих родных. Мне нравится смотреть вашу жизнь. Вы дарите энергию и хорошее настроение. Высылаю вам небольшой подарок Дарине и Алине. Плакаты о Саше и Жене брелочки. Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю новых планов и идей, новых радостных затей. Пусть подарит Новый год жизнь, где каждый день везет. Спасибо вам за все. Продолжайте дальше нас радовать. Очень любим вас. Спасибо, Настенька. Извините, что не открыли перед Новым годом. Ну, правда, забегалась. Думаю, сейчас, и все никак. Спасибо большое за письма, за поздравления. И всех вас тоже с Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог всем здоровья, счастья и во всем везения. Ну, покажи. Такая. Угу.
Это вот во вчерашнем влоге вы увидите, что вот такие конфеты. Подарок креативный. Тома стоит, ими любуется. Ну, мы сейчас потому что кушать будем. Поэтому не разрешаю пока кушать. А Тома думает, что это на игрушки, да? Ну, не вот, Том, не вытаскивай, дочь. Ну, так-то прикольно вообще, конечно. Пытаемся подарки Деда Мороза разгладить. Настя пыталась, папа доделывает. Настя говорит, ой, боюсь. Там еще столько много, кстати, осталось вот этих деталек. А, по-моему, вот эти вот останутся, можно будет еще сделать. Но они, понимаете, вот до этого нам они были как не такие, маленькие, а эти сильно толстые и неудобно. Во, вот видите, осталось, можно еще собрать. Ну пусть пока, выключи пока, мы пойдем кушать. Вот одна готова. А что тут белая? Ни туда, ни сюда. Что-то вы как-то неправильно, я нормально собирала. А то уже теряться начали, валяются где попало. Вот видите, упала тут опять одна. Ну вот ее. Откуда она упала, не знаю. Ну ладно. Сейчас мы пообедаем. Дима еще на работе. А у нас кто гречку, кто щи. Ну, щи, папа, я и Алина. И Женя. Да, остальные гречку. Едят. Сегодня решили сделать, еще Настя сейчас ездит, купит все. То пиццу хотели, то решили сделать рулетики, да, из чего? Мама, из лавашей. Да. Еще у нас, знаешь, что осталось? Купили мы две банки. Одну банку грибов купили. И две, как они, оливки называются, что ли, так и стоят в холодильнике. Ну, можно... Вы будете с грибами? Я буду. Да. С оливками. Надо салат сделать. Поляна называется. Я помню, мы на работе как-то приносила, мы часто дни рождения, когда работала я, отмечали с девчонками прям там, в этом, в бендюшке нашей, ну, в кабинете, где мы сидели. И вот приносила Тоня, по-моему, салат поляна, мне так понравился, она мне давала, он у меня записан, там с грибами. Грибы надо обжаривать. Ну, ладно, приятного аппетита. Спасибо. Дарина Насте помогает. Мелко-мелко режешь. Ой, сейчас чихну. Узрал. Язык к небу. Все, не чихнул уже. Ты, наверное... Блин, ну что, не кашляла. Как только беру камеру в руки, начинаю кашлять. У меня, похоже, аллергия на камеру началась. Настя, ты не прогрела, может быть? Ну подожди, ты вопрос перерыв. Ты на сухую? Конечно. Смотрите, сколько у Насти получилось рулетиков, и она их решила немножко. Я где-то шурма получилась. Угу. Еще есть немножко? Да. Че, Аркиша, валяйся. Папка что-то на улице делает. А девчонки прибежали, попросились, можно мы пойдем к Кристине? Я говорю, идите. Пошли. Ну, зато сейчас придут, а у нас уже кушать готово. Вам не холодно? Нет. Еще чуть-чуть и пойдем домой. Зачем? Потому что темнеет. А. Такая вот горочка. Че, Владик? Хочешь в школу? Аккуратно!
вот столько получилось у Насти. Но мы напополам только вот так разрежем. Чик-чик-чик-чик. И все, и будет нормально. Настя поехала за Димой. Он приехал с леса. Сегодня все вышли на работу, и Дима тоже. Тут в комментариях пишут, что сидит Дима у нас на шее. В воскресенье Настя уезжает, Дима уже пойдет к себе домой. Работает он у дяди в лесу. Ну, в общем, у дяди пилорама, они там лес валят. Ну, как, в общем, на пилораме он то там работает, то там работает. В общем, Дима работает. С лесом. Да, ну, с лесом, да, работает. Все отдыхали, сегодня все пошли на работу, и Дима пошел на работу. Ну, вот сейчас они там приехали с леса, Настя позвонила, она за ним поехала. Мы сейчас будем ужинать. Пап, что ты будешь кушать? А я уже поела. А что ты поел? Вот это. И вы тоже поели? Да, да. За Линкой надо следить, чтоб ела. Я ем. Ну, сегодня ем много. Она ест это, ела. Семечки. Нет, я много ем. Ладно. Пап, что будешь есть? Я ем столько же, сколько и вы. Я больше ем. Просто я... Сегодня любимая гречка. Дарина дорвалась. Ура, оторвалась. Ой, папочка, садись. Че, можешь щи поедим с тобой? Ну, хорошо, щей огромная кастрюля. Ой, холодная прибежала. Тома, ты что там лазишь у мамы? Соскучилась, вот у тебя холодная, холодная. Вот. Вот, посмотрите, какие у нас получились. Это Дед Мороз вам дарил, да? Приносил. Как раз приносил сам именно Дед Мороз. И сейчас мы посмотрим, девчонки, просто. Что ты, доча, смотришь? Удочка. А другими цветами никак? Нет. Вы будете прям повторять, как есть? Да. А я думала, сейчас видео назовем, кто креативнее. Можно другие цвета, между прочим, не сиреневые какие-нибудь. Смотрите, сколько много осталось. Я не люблю сама фантазировать, я люблю срисовывать. Цветам. Как есть, да? Да. Вот букет больше, проще всего, мне кажется, сделать. Ну, он что-то тут косячный, что ли? Косячный, очень сильно косячный. Это тут попадало, а видимо. Картинка. Да зачем? Сделай... А, вот, другой стороной. Правда, чего вы не той стороной? Нет, косячный. Ну, ладно. А ты сделай как надо. Дочь, ну это же неправильно. Вот так вот надо, нет, так лучше видно. Мне с этой стороны лучше смотреть. Может, если вот так, то как? А так смотришь лучше. А-а-а, вон что. Ну ладно, собирайте. Дай-ка я возьму. Да, корзину можно уж точно придумать, как хочешь. Я уже цыпленочка собрать. Хочешь цыпленочка собрать? Принеси стульчик и собирай. Я буду цыпленочка, а ты будешь слоника. Вот посмотрите, как у Алины получилось. Я буду просто... Ты сама придумала, да, так? Да. Ну, красиво. У меня в них фантастический сок. Нет, я бело-желтый. Это там была персиковое пюре. Мама, ты думаешь, детское пюре вот в таких этих, таких упаковочках, и которые можно просто так пить, знаешь, открываются, они вкусные? Ну, конечно. Значит, я купила в классе. Хочу попробовать первый раз. У Дарины, наверное, куча карманных денег накопилось. Нет. Что, потратила нет уже? Денег. У меня нет денег. Дарина, что? Дариночка, ты же собери так, чтобы было похоже, что это слон. Я хочу фантазию. Пусть будет разноцвет. Тогда мы не поймем, что это слон. Видишь? Так поймете. Форма. Так я хочу разноцвета, чтобы не разноцвет. Так это значит, делаю так. Две полоски красные, две полоски светлые, и глазик черный будет. Ну как-то надо, как-то надо это. А где глазик? Я же не знаю, где тут глаз его. Дарина, Дарина. Я же не помечен. Ну вот видишь. Ладно, вот так вот смотри. Давай глаз будет желтый. Вон Тома, смотрите, как собирает. Тома умница. Вот, тоже все, собрала. Глаз черный сделала, хватит. Угу. Тома, один. А вам прислали эти... Пазлы? Пазлы. Вон там даже 3D-пазлы есть. У нас даже времени не было пазлы пособирать. А если у меня будет просто полосками вот так разве? Вот, полосками, то скорее всего поймем, да.
Мама смотрит телевизор и вяжет. Стихну, мама. Я что-то Нового года начала, и ни одного ряда я в этом году не сделала еще. Будь здорова заранее. Наверное, чихну. Какой-то фильм интересный тоже. Вы можете быть свободны. Хотя это... Посмотрим, что другие делают. Мы видео, мама, форматируй, да? Или все уже? Ну что-то обрабатываешь, не пойму. Ага. Я, короче, Антон, скажи всем привет. Всем привет. Антон. Саша, отойди, пожалуйста. Алина, делай чай. Алина. А что ты спрашиваешь? Я начала гладить своего слоника. И как я поняла, Саша полезла, и придется все заново делать. Не да, Саша? Зачем ты полезла? Нет, Алина, недавно она тут... Это я. Где копируешь? А, вот Тоша. Голос сегодня немного хрип у меня. А вот Тиша. Да, Тишечка, ты мой хороший. И тоже Тошечка спит. Ну что, собираешься спать? Да. Девчонки тут уроки делали, делали. Ну пусть лежит. Утром уберем. Ага. Спать собираешься, да? Все, молодец. Девчонки тоже уже переоделись в пижамки. Вы что, поменяли что ли или нет? Кого? А, нет? Ой, носки накидали. Носки надо в стирку унести. Мам, я недавно чистила. Санчик тоже идет. Мой. Так, ладно. Все утром уберем. Утром. Мама, знаешь, как сегодня, его зовут? Видите, вот не пылесосили, уже знаешь, все валяется. Мама, знаешь, как его зовут? Угу. Сыщет. А классно. У меня черныш. Угу. Я теперь все время буду с ним спать. Кудряш, скорее всего. Нет, мама, его зовут Черныш. Вот тут ошибка, как у овечки. Ну. Завтра будем искать такие вещи, потому что мы сыщики. Сыщики, найдите свою обувь. Поедем, наверное, завтра обувь покупать в школу. Что делать? И мы поедем. Ну. Мы утром встанем пораньше. Нам Тому надо вести соскоб сдавать. Так. Ну ладно, давайте скажем всем пока, дочь. Тома, иди сюда пока говорить. Ой. Том, идешь пока говорить? Айда. Давай, давай. Всем пока-пока. Да. Всем пока-пока. Ставьте много лайков и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Всем пока-пока. А, мои красавицы, всем пока. Всем удачи. Том, ложись ко мне. Не. Почему у тебя нет шапки?